Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как сделать фотографию с собакой идеальной. Сегодня в эпоху социальных сетей мало кто из владельцев откажется запостить любимца на своей страничке. Однако, если даже вы не любите проводить время в интернете, фото вас и вашей собаки или отдельный портрет питомца не будут лишними. Представьте, как интересно будет потом рассматривать такие фотокарточки в семейном альбоме. Чтобы фотографирование собаки вызвало только радость, а никак не огорчение, представляем вам советы, которые помогут сделать фотографию с собакой идеальной. Настройтесь на съемку с собакой правильно, не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. Часто ради одного хорошего снимка приходится сделать 20 не самых удачных. Будьте гибкими, точное планирование на съемках с собакой не работает. Не получается воплотить в жизнь все до малейших деталей, как задумано. Не расстраивайтесь, а просто расслабьтесь. Часто самые классные фотографии – это те, на которых владелец и питомец ведут себя максимально естественно. Сделайте так, чтобы фотография передавала индивидуальность вашей собаки. Пусть место и реквизит для съемки полностью соответствуют характеру вашего животного. Если у вас активный и жизнерадостный питомец, снимите его в ближайшем парке, приносящем вам палку или роющем яму. Если у вас элегантная выставочная собака, сделайте фотосессию с ней на фоне каких-нибудь величественных старинных зданий. Обязательно замотивируйте вашу собаку. Хотите, чтобы животное смотрело в определенную сторону или приняло конкретную позу? Используйте лакомство или любимую игрушку питомца. Часто профессиональным фотографам при проведении фотосессий животных помогает ассистент, который привлекает внимание собаки игрушкой-пищалкой. Благодаря этому удается добиться эффекта, будто собака смотрит в кадр. Старайтесь не снимать больше 2 часов. Любые фотосъемки энергозатратные и способны оставить без сил как вас, так и вашего животного. Обязательно делайте перерывы во время фотосессии. Следите за самочувствием собаки. Создание фотографии должно быть удовольствием, а не изматывающим, ненавистным занятием. Делаете вы профессиональную съемку вашего любимца или просто хотите запечатлеть себя с ним на селфи, перечисленные советы помогут вам сделать настоящий фотошедевр. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!